перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Жаль, лето закончилось. Только сейчас начинаю это понимать. А ваши как дела? Давайте подождем. Да, кстати, слышно, это замечательно. Ребят, я думаю, сегодня было бы классно немножечко позадавать вопросы, которые вас интересуют. А я пока еду, как раз у меня еще минут 15, и я бы поотвечал вам на ваши интересные вопросы. Только без вопросов, куда я еду, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда в Владикавказе будешь петь? Владикавказ. Я очень постараюсь до Нового года приехать с вами к концерту, потому что этого очень хочется. А времени не так много, на самом деле, как хотелось бы. Я 95-го года, мне 23. Совместки будут. Рассказывать, с кем они будут, я не буду. Задумок было очень много, на самом деле. Планы с каждым днем меняются. Все больше и больше появляется интересных идей. Будут ли провода в Минске? Когда в Пятигорск? Хотел бы попасть в Blackstar. Нет, ребят, Blackstar я не хотел попасть. То место, куда я хотел попасть, я нахожусь именно в нем. Ташкент. Да я с удовольствием, на самом деле, любой город, где меня ждут. Все начинаю пропускать. Спасибо. Спасибо. Хабиб или Тимати? Я вот на самом деле ничью сторону не хотел бы принимать, потому что вся эта история мне не совсем нравится. Ибо когда-нибудь мне захочется прилететь в Махачкалу с концертом. И, возможно, такая в скором времени, я думаю, появится. И вот вся эта история говорит о том, что не все так просто на самом деле. Нижний, привет. Нижний Новгород, кстати, у нас будет. Скоро у вас концерт этой осенью. Ждите, готовьтесь, учите песни. Потому что я заставлю вас много петь. Спасибо. Ира Тарашма, точно, на самом деле. Всюду и везде. Я бы даже сказал Ира Тарозма. Все ждут тебя, Ярославлю, огромный привет. Ярославль, большой привет вам тоже. В Орле будет. Я ничего пока обещать не могу, но мы максимально стараемся сейчас ставить города. В скором времени будет тур по Дальнему Востоку. В Сочи была пушка. Ой, в Сочи. Сколько раз мы у вас уже выступали? Уже раза два-три, да? Три раза в Сочи был. Не помнишь. Братишка в наушниках. В Сочи, да, очень классно встречает, на самом деле. Было тяжеловато, когда был большой концерт на новой волне, потому что большинство людей, я думаю, пришли, ну, как бы не совсем на меня. ЕКБ с новым альбомом. С новым альбомом, это с каким? Это с которой АЕ. Буду. В Екатеринбурге у нас уже стоит концерт. Окударский акцент. Мы с нетерпением ждем тебя в Минске. 4 октября в Минске. Я уже очень жду встречи. Волгоград. Брянск. Я поговорю со своим менеджером, чтобы концерт в Брянске нам тоже поставили. Да я думаю, мы в этом году посетим все города нашей прекрасной страны.
Москва у нас совсем скоро. Москва. Москва 20 октября же. Что? 20 октября Москва. 23. 23 октября. А 20 сентября. 20. Короче, ребят, читайте. 23 сентября это Питер. Космонавт. А 20 октября, да, 20 октября Ред. Москва. Вот, такие дела. Волгоград, постараюсь и к вам. Молдова, и к вам постараюсь. Ты будешь в городе Грозном. Ой, вы знаете, я с удовольствием в Грозном приехал, на самом деле. Если Грозный хотел бы увидеть меня у себя на концерте, я с удовольствием прилечу. Спасибо, 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 спасибо. Будет ли фит с меня где-нибудь панда? Ой, кто знает, что будет завтра. Фоткаться будет платно с тобой? Нет, конечно, всегда фоткаемся бесплатно. А, причем, когда есть возможность фотографироваться, мы никогда не отказываем. Единственное, ребят, пожалуйста, запомните раз навсегда, что когда я не фотографируюсь с людьми, это значит, есть на то огромные причины, и мы тупо либо куда-то бежим, опаздываем, либо, ну, там, по мерам безопасности просто... Стараемся, чтобы все было ровно. Владикавказ, регион 15. Да. Ирон. Или ко мне, по-моему. Спойте, Медуз. Я в такси здесь, я и так много разговариваю, все еще начну петь, а еще не Медуз, меня точно высадят. Тбилиси. Тбилиси тоже с удовольствием. С удовольствием. Что ты думаешь про Хабиба и Тимати? Ребят, я уже сказал. Мне не нравится все, что связано с какими-то межнациональными моментами, потому что мы должны дружить и как бы не пытаться настроить всех друг против друга, поэтому я желаю и Хабибу, и Тимати помириться, и желаю, чтобы концерты, и народ, который ждет концертов, чтобы он получал эти концерты и получал удовольствие и хорошие эмоции. Но при этом, если все-таки народ Дагестана не хочет, допустим, кого-то видеть, то, ну, блин, ну что делать, так получается. Вот. А так, в принципе, мне не нравится вся эта история. Я посмотрел, так прикинул на себя. Вот, допустим, меня в Махачкале тоже очень ждут. Очень часто пишут люди с Махачкалы о том, когда ты приедешь. И... Было бы очень жаль, если бы мои билеты там продавались, а в итоге раз и все отменилось из-за того, что там кому-то что-то не нравится. Вот. Но при этом я очень уважаю каждую сторону, и пусть все решится мирным путем. Приезжаю в Воронеж, Одессу ждем, он говорит, какой ты, что по России катаешься? Что ты по России катаешься? Да, что делать? Катаюсь, кстати, прям по России, по самой-самой, что ни на есть. Мы ждем тебя в Грозном, приезжаем к тебе сюда, будем рады, мы тебя примем души. Очень приятно, Грозный. Мы рассмотрим этот момент. Меня, короче, дед постоянно, как мы видимся, он всегда говорит, ну, когда будет песня на Остинского, когда будет песня на Остинского, вот вы дождетесь, я как припев бахну на Кударском в натуре. Ты-ри-ри, Джимми, ой. Кроме Радаража, ничего не скажешь. Вы знаете, я скажу, что надо меньше говорить и больше делать. А ходить и кричать повсюду Ира Таражма, ну и чё? Ну да, Ира Таражма, и чё? Все знают, что слова ничего не решают в этой жизни, и в этой жизни решают дела. Поэтому давайте лучше будем стараться не кричать на каждом углу, что мы осетины, а всё-таки показывать действиями, поступками, делами, и радоваться друг за друга, а не чморить. Это тоже очень важно. Стефи.
посредством будет куплет. Ребят, ничего не могу обещать пока. Никаких... Никаких задумок прям таких, которые уже потихоньку перерастают в реальность, пока нет. Поэтому привет, Махачкала. Геленджик помрад. Каждый раз хожу и вижу тебя только в машине. Нравится мне машина. Привет из Ташкента, привет, Ташкент. Матранг, Робсона. Привет. Ты планируешь в Баку приехать? Очень хотелось бы выжить, когда приедешь. Привет из Италии, ты будешь отвечать Дирку, ты Астин, да. Нальчик, Нальчики ждем. Нальчик, Нальчик, вам тоже прилетим по-любому в этом году. Надеюсь. Ну или в следующем. Тур по Казахстану. Казахстан, дорогой, я и к вам доберусь. Я пока не могу сказать ничего, потому что концерты, которые уже стоят, о них, в принципе, все знаете, все остальное как бы со временем станет известно. Киев снова ждет. Пьешь? Ой, не пейте, ребят, не пейте, не курите, не употребляйте всякую дрянь. Занимайтесь спортом, спите по ночам. Мы с тобой звездопад. Тыри-тыри-тыри. Челябинск у вас тоже вроде стоит концерт. Не вроде, а стоит. Стоит Челябинск. Сколько лет вам? 23. Почему не отвечаешь на вопрос, почему женщины с Венеры, а мужчины с Марса? О, я когда-то, кстати, углублялся в эту тему. Но, знаете, я по этому поводу ничего на самом деле сейчас дельного не скажу, поэтому лучше я просто промолчу. Привет, Сергей Кавказу, привет. Знаешь Алексеева? Музыканта, да? Музыканта. Слышал. Певца. Вода только в трек на репети днями. Спасибо. Таджикистан, привет. Спасибо за песню, голос нереально. Огромное спасибо вам, ребят, за поддержку. Спасибо за каждого, за каждый добрый сигнал, отправленный во Вселенную по поводу меня и моего творчества. Я очень вас люблю, и каждый из вас мне дико важен. Я всегда слежу за тем, как вы реагируете на новые работы и на все прочее. Мне очень нравится ваша реакция, мне очень нравится ваша поддержка, и я буду стараться быть для вас лучшим. Я часто это говорю, скажу еще раз. Не знаю, машина будет не. Ты очень круто исполнил роман. Кстати, по поводу романса. Вот смотрите, ребят, все, кто пишет там, ты недостоин, ты не дорос, ты не вырос, ты не это, это великий человек, это легенда, эту песню нельзя перепевать. Я это делаю не для того, чтобы кого-то перепеть или переплюнуть. Я даю дань уважения тому, что в детстве вызывало у меня огромную кучу эмоций. Когда-то далеко меня баба него впервые поставил группу Сплин. И на тот момент я был ребенком, но уже тогда пропитался любовью к этому творчеству. Не могу сказать, что я большой фанат, но эту песню я обожаю. Она у меня связана с очень большим количеством моментов с детства. Поэтому я всего лишь хотел поделиться с вами своим настроением. Не нужно так все воспринимать в штыки, всерьез. Как бы, конечно, я не супер певец, конечно, я не прочее.
Тула. Тула, вот смотрите, вы спрашиваете, будет ли концерт в Туле, да? Если концерт уже стоит, он будет. Если он не стоит, то в ближайшем будущем мы попробуем, постараемся поставить Burning Man. Что такое Burning Man? Насчет того, что я вкладываю душу в каждую песню, ребят. Самое странное и удивительное, что я по-другому просто не могу. Мне иногда хочется сделать что-то очень хайповое, очень такое, что зайдет, очень, не знаю, мне очень хочется иногда такого прям, чего-то пустого. Но у меня просто-напросто, ребят, не получается. Если когда-нибудь получится, знайте, что я сделал это лишь вот от своего вот этого дикого желания один раз просто выпустить что-то не заставляющее. Спасибо большое, и вам тоже. Ладно, мы подъехали. Всем хорошего вечера, доброй ночи, обнял всех.